Здравствуйте, здравствуйте, это вторая часть по сборочке ПК. Хоть и всем здорово, ребята, с вами я, местный собиратель компьютеров Кирюха Вардач. Сегодня мы будем играть в ПК Building Simulator. Вот, и самое интересное, что это вторая часть. Первую вы хорошенечко посмотрели, так глянули, да? Но в этом я кое-что интересное вам тизерну. Вот прям через минуточек 10 примерно я тизерну вам... Ну, прям так, чуть-чуть просто покажу, так сказать, подразню маленечко. А вы просто в комментариях пишите, хотите вы обзор или не хотите. Я еще сам не распаковал, но я думаю, сделаем красиво. Сегодня играем ПК Building Simulator. Пойдемте, пойдемте чинить компьютеры. Так, что у нас есть? У нас есть ремонт Queen Britney. ОС может быть запущен. Хорошо, операционная система есть. Надо заменить видеокарточку. Поставить шин GeForce GTX. Хорошо, хорошо, я поднимаю ПК. Я поднимаю пивко. Налив. Ставьте лайк, если жарите за этот трек. Так, что мы можем сделать? Мы можем сразу же посмотреть. Ну, я предлагаю открутить корпус, да? Открутить сразу же. Ой-ой, вот у меня что-то подобный корпус такой, знаете, который откручивается с двух сторон. Так, ну, чтобы вытащить видеокарту, там особо много ничего не нужно делать. Оп, все, видеокарточка вытащена. Теперь нужно единственное, что это запомнить, какую видюху поставить. А я напоминаю, кто не смотрел первую часть, ссылочку я оставлю в описании. Сначала посмотрите ролик, лайкусик здесь поставьте, да, там подписаться можете не забыть, там внизу вот, да, колокольчик нажать, чтобы не пропустить новые видосики, и вас ждет порция прикольного настроения. Так вот, для тех, кто не смотрел первую часть, напомню, что я собирал и разбирал ПКшечки примерно 3-4 года. Ну, где-то 3 возьмем ближе, наверное. Вот, и я в этом деле шарю. Я реально шарю. И если вы наберете здесь, давайте я придумаю, 30 тысяч лайков, то тогда я выпущу прям отдельный ролик, где я сяду на каком-нибудь сайте. Есть же такие сайты, да? Сейчас же 21 век, в интернете полно всего. Можно даже найти, как кто-то какую-то саб... Ладно, ну... Самочку. Сяду на каком-нибудь сайтице и просто соберу ПКшку, какую бы я собрал для себя, возможно. Не знаю, короче, ставьте лайки, что-нибудь придумаем интересное. Я раньше помогал людям устанавливать всякие запчасти, там буквально за 500, может быть, 1000 рублей, там чуть ли не целый компьютер собирал. Ну, это, короче, вообще пипец. Нормально, да? Ну, 1000 рублей, кстати, недорого. В Америке это стоит раз в 500 миллионов дороже. Так, операционная система может быть запущена, это уже хорошо. Нам просто нужно заменить видеокарту. Это все, что нам нужно. Так, подожди, нам надо просто запомнить шин GeForce GTX 970. Сейчас уже 2080 вышло, между прочим. Почему ПК Building Simulator не обновился? Ладно, где у нас видеокарты? А, она тут одна. А, подожди, стой, стой, стой. Это нам надо... Я понял, я понял. Так, выход нажимаем. А что, она закрылась, да, сразу? Давай зайдем в магазин купить макасин. Магазинчик, смотрим видеокарточки. Нам нужен 1970, насколько я помню, да? 970 нам нужна геймерская или даже больше. У нас $145. Насколько я помню, в этой игре, кстати, заказ товара можно сделать либо сразу, оно там прилетает, но это стоит дороже, либо там надо ждать несколько дней. Так, 970 есть вообще? Вот она, шин GeForce Gamer XL есть. А чем она лучше? А, ну по ядрам, по частоте питания, в ваттах. В принципе, питание она точно так же берет, SLI поддерживает. Да, тут частота ядра... А, ну и цена, в принципе, слушайте, она совсем, ну, чуть-чуть больше, чем это. Давайте, мы же хорошие ребята, мы же хорошие ребята. Поставим, сука, самую дешевую. На тебе. Самую... Да ладно, я пошутил. Давайте нормально добавим. Вот эту вот Excel-очку поставим. Так сказать, от души душевно в душу сделаем. Че мы, мрази какие-то, что ли? А, доступная сумма $145. Итого 310. Это что у нас идет? Подожди, а почему? 3-5 рабочих дней, 10. Доставка на следующий день 30 баксов. 300... А у нас не хватает. У нас всего... Ну, мы можем в кредит взять, я так понимаю. 3-5 рабочих дней пойдет. Подождут. Надо заменить воздушную систему охлаждения. Прополис... Ой, это вообще легко сделать, на самом деле. Комплектующие для ПК дочери. Добрый день. Я отдал дочери свой компьютер. А она говорит, что ей нужно 16 гигабайт памяти. Там вроде должны быть слоты на 2 гигабайта и на 4. Спасибо, Джоб. Добавить оперативной памяти до 16 гигабайт. Ах уж эти детки, а. Сейчас нынче, мне кажется, молодежь
сейчас вообще все в компах шарит. Раньше информацию, понимаете, ты добывал методом тыка. Ты пытался что-то ставить, что-то делать, у тебя это не получалось. А сейчас все в интернете зашел, посмотрел и все там делается. А можно? Это в процессе, да? Банк по счету превышен. Бегаю, понимаешь, что не можешь. Так, как хотел. Мы предоставляем всем своим клиентам бесплатно овердрафт с лимитом в 1000 рублей. Вау! Можно запускать. Подожди, поставить... А чего не хватает места для файла? А я походу это сделал уже, да? Я уже выполнил это задание или как? Подожди, у меня есть готовые ПК? Где они стоят? Как всегда, вот как в пиндосе какой-то. Вот точно, это не российское. Это не в России так чинят компьютер. Я тебе отвечаю, братан. Вот в России так вот все красиво точно. Я тебе клянусь, это так не делается. Здесь все раскидано, сука. Здесь два жирных чувака еще должны сидеть в карты играть и пивко попивать. У нас какие-то дни просто, они оплатить счет. А, вот, смотри, вот эти ребята, давай я завершу день. У нас через 3 дня доставка шины будет. Ну, GeForce 970 придет. Приступить к работе. Отлично. Опачки, дратуйте. Дратуйте. О, корпус прикольный. Это Predator какой-нибудь. Allen, да, там стоит. Так. Пацаны, давай, ну-ка, взял в руки вот так. Подожди, я могу куда-нибудь другое место поставить? Не могу, что ли? Ну, серьезно. Воздушная система охлаждения. Давай попробуем. Вот с охлаждением мы еще, по-моему, не работали. Давай. О, кстати, прикольный. Это же... Вот тут красный для дочери был. Ну, такое ощущение, что батя для себя купил. Посмотрите по корпусу. Помните, в письме он говорил... Нужно поменять оперативную память для дочки. Ты посмотри, сука, ПКшку какую он ей купил. Слышь, наврать хотел, что ли? Гандонище. Алло, вот это я еще поверю, что для девочки. А то ни хренашечки. Так, удалить. А, здесь надо почистить, да? Хорошо, я умею чистить компухтеры, компудахтеры. Как почистить? У нас есть пылесос, который пыль сосет. Удалить запчасти с корпуса, боковая панель. Нет, это на самом деле не надо убирать. Нам нужно просто... Как почистить? А, сжатый воздух, вот он. О, выдуть пыль. Хорошо. А есть пылесос? Пылесосом, так сказать, всосать всю ненужную пыль. Вот так вот, вот таким, вот это вот продувка компьютера стоит, вот у нас в городе лично это стоит где-то порядка, о, отлично. Подожди, обычно вот это место засоряется больше всего, это кулер на центральном процессоре, его чистить прям обязательно, я тебе отвечаю. У нас вот эта продувка стоит, ну, в среднем 1000 рублей, вот в среднем. Может быть, кто-то 2 возьмет, какая-нибудь фирма. А так в среднем 1000 рублей. На самом деле выгоднее купить баллончик за 200 рублей, открыть компьютер и просто так же все пропылесосить. Учитесь. Вот посмотрите ролики Варпача, да, вот то, что я делаю. И просто повторяйте за мной. Ищите в интернете сжатый воздух, купить. Да он в любом магазине практически продается. Покупаете, открываете крышечку и просто так аккуратненько. Желательно издалека это делать. Дельные советы от Варпача кончились, да? А, что нам еще нужно сделать? Нам нужно поставить сюда воздушную систему охлаждения. А, подожди, вообще... Подожди, вот это... Не... Я понял. Удалить. Вот так, херак, снимаем. Вот эти клипсы, на 4 клипсах, когда она держится, это вообще невозможно, невозможно такую штуку брать. А, мы должны купить новую систему охлаждения. Ладно, без проблем, это не так уж и сложно. Заходим в магазин. Заходим. Система охлаждения центрального процессора. Стоит, кстати, немного денег. У нас минус $145. В принципе, мы в кредитах, но нам должны скоро оплатить. Давай поставим. А слушай, а здесь на одном сокете они держатся. Я думал, тут еще по сокету нужно определять. Кто шарит, тот поймет. Это когда разные крепления, разные материнские платы. Короче, у всех разные крепления. По сокету еще нужно смотреть. Ну нет, у них сокет один, это какой-нибудь, я не знаю. 2011, я даже не знаю, 4 клипсы сейчас у кого идет. Вообще это старый сокет, на самом деле, не знаю, какой. Просто был 1445, что ли. Сейчас меня закидают там, типа, ха, ты не знаешь. Нет, не помню, на самом деле, какой сейчас. Сейчас, по-моему, даже новый с 4 этими заглушками идут. Так, ну давай возьмем какой-нибудь недорогой, в принципе. У него был вот такой стоял, за 10. Да, сука, впендюрим ему за 10, он вообще не ухаживает за компьютером. Так ему и нужно. Все, в корзине $20, покупаем на следующий же день $30. Ты, сука, серьезно, $100 в этот же день? Да в рот оно колотись, подождет пару дней, не поиграет свою дотку там. Не поиграет в дотку, ничего страшного. Так, нажать кнопку питания, включить ПК. А давай посмотрим, что у него там есть, а? А, мы без кулера это не зап... А, ну он, сука... Подожди, хотя без кулера он запустится.
А мы ничего не подсоединили. Давай, кабель аут, херакс, херакс. Это USB-шечка, USB-шечка, HDMI-чка. Это блок питания, питание. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вообще, на самом деле, компьютер может работать без центрального кулера, ну, всего лишь несколько минут. По-хорошему. Удаление программ нам не нужно. А чё, ничего нет? Порнушку не заходил? Установление удаления заново. И тогда, когда ко мне приходили клиенты, говорили, что им нужно помочь поставить, там просто установить лицензионный антивирус, который они купили в магазине. А приходишь, и у него просто здоровенный, сука, баннер на то, что, знаете, ты лазил там на порно-сайтах, а когда ты разблокируешь всю эту хрень, заходишь в историю браузера, там такая дичь творилась. О, это вообще, вот были времена. Я иногда на YouTube посматриваю видосы, где чувак приходит в магазин, его там жестко обманывают специально, когда он ПК выбирает, как продавцы себя ведут. Ну, капец, капец, я так никогда не делал. Люди, скажу на секундочку, люди до сих пор звонят, спрашивают, работаю ли я в магазине, могу ли я помочь им продать планшет либо компьютер. Вот настолько нужно быть ответственным и хорошим продавцом-консультантом. В любой работе подходите с ответственностью, и тогда к вам придет еще больше профита. Ну, на самом деле, все выглядит вот так вот. Мы немножко отзумируем. Так, я забираю камеру и показываю вам прелести. Вот так вот, смотрите. Что же там за клубинами? Что же у нас тут? Ага, у нас тут коробка. Здоровенная, как моя, я не знаю, нога. Вот, а вы что думали, я в штанах снимаю? Ага, без трусов еще стою. Во, смотрите, прям не знаю, прям во всю ногу почти. Вот такая огромная коробка, тизерну вам. Скоро-скоро будет кое-что интересное. Пишите в комментариях свои догадочки. Что там интересного может быть? Вот такая дробинная коробка. Все, пошли ролик смотреть и лайк поставь. Надо заменить воздушную систему. Это у нас нету. Что-нибудь на e-mail приходило новенькое, не? А ничего, да? То есть нам надо ждать. То есть нам надо... Слушай, тут можно дни недели просирать просто по КДшечке. Так, ну мы завершаем день. В субботу, подожди, суббота-воскресенье прошла, что ли? Сегодня 8-е уже, все, доставка. Приступить к работе. Отлично, здравствуйте, видеокарта. Нам нужно установить видеокарта. Вот так, херакс, болтик обязательно прикрутить. Теперь нужно закрыть. А как закрыть? Как тебя закрыть? Как тебя закрыть? Как ты здесь, да, это? Вот она, да. Так, херакс, херакс, херакс. Не забудь нанести на центральный процессор. Чё? Что? Подожди. Мы ещё это... Мы термопасту в подарок делаем, что ли? Камон! Подожди. Подожди, вот это вот. Сейчас. Вот херакс, 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 херакс. Чё там? Чё там? Ну-ка, ну-ка. Инструменты. Давай, термопасти. Так, камон, ну а чё? На видюху-то не нужно термопасту, а вот... А, подожди, уже на процессор наносится. Вот тут и дурак, зачем процессор вытащил? Подожди, подожди, вот так установить инструменты, вот так. А, всё, да? Так вот, вот так ставим. Это подключаем. Так, погоди, вот так, хера. Подожди. Подожди, а куда я должен питание подцепить? Подожди. Подожди, куда оно тут? А, во, я могу двигаться. Подожди, вот сюда вот. Сука, вот. Вот это вот говно. Вот оно, питание, оно сюда присоединяется. Камон. Я вообще все подключал. Ладно, ладно. А, подожди, оно возможно, у меня торчит. Нет? Сука, я что-то отсоединил. Я отсоединил провод. Свободной трубкой, обычный гибкий. Во! Во! Камон! Вот, все! Капец, в игре это сложно делается. Просто нереально. Так, ну все, теперь устанавливаем крышечку. А, операционную систему надо запустить. Да пожалуйста. Пожалуйста. Я человек не гордый. Запускаем. Так. Все, питание. Пум, пошло-поехало.
Чё? Хорошо же работает. Отлично прям. Ух. Прям шумит-то как надо. Как прям правдешный. Все, закрываем, забираем. Нахер. Все, я заманался с этим компьютером. Подожди, давай еще раз включим. Что там у нас интересного есть? Давай, включайся. Биос нам нахрен не нужен. Хотя я уверен, миссии дальше появятся. И с биосом, и херимисом. В биосе это самое сложное. Тоже ничего нету, да? Тоже ничего интересного, все, выключение, до свидули, все, забрал, отнес, понес, забирай, ёпта. Это добавить оперативной памяти, это которой дочке хотел добавить оперативки, да, конечно, я верю. О, прикольный корпус, кстати. Оперативочку, что у нас, какая там DDR-очка 2, да, какая-нибудь? Supreme на 2 гигабайта, понятно, до 16. Motion Value Supreme 2 гигабайта, хорошо. А, он просто добавить хочет. Слушай, а на твой оператив, на твой материнку-то не потянет, наверное, больше 2 гигабайт. Ладно, сейчас попробую. Ой, стой, это мой компьютер. Стой, мой компьютер. Я свой компьютер отцебил. Сорян, пацаны, сорян. Планочки памяти. А, сколько у нас там места есть? Мы по 2 гигабайта, нам не поместится. Раз, два. Три плашечки мы еще можем поставить. По 4 гигабайта можем. 2400, кстати, она потянет. 70. Давай вот эти вот добавить в корзину 2 штуки. Купим 3-5 рабочих дней на следующий. Хотя давай на следующий день, потому что переплатим, ничего страшного. Все нормально, все нормально. Как раз сейчас еще там это приедет. Вон, доставка ДФЛ-очка, завершаем день. Завершаем, там, приступаем к работе. Что у нас тут? Оперативочка приехала. Так, подожди, поднять. А почему ремонт? Не хватает. Чё? Подожди. Каких запчастей? Ты не хочешь принимать на ремонт? Подожди, чё не хватает? Чё там тебе не хватает? Ты забери, сука, свой компуктер. Я тебе видюху посильнее поставил. А, подожди. Это не тот. А, тот забрали. Всё, тупой. Тот же забрали, да? А, не забудьте нанести на центральный процессор. Что не забудьте нанести на центральный процессор? Ладно, сейчас мы все сделаем. Сейчас мы сюда поставим планочки и оперативочки. Установить. Сейчас разберем. Это не сложно, чуваки. Это все моменты такие. Планки памяти. Камон, я же взял планки памяти, не? Взял. На e-mail что-нибудь приходило? Ничего не приходило. Подойти к ПК. Это у нас воздушная система. Это понятно. Подожди, а где у нас планки оперативки-то? Эй. Мы же заказали на следующий день, правильно? По 8 гигабайт. Сука, она по-любому не подходит, да? Сука. 2, 4, 6, 8. Подожди. Это сколько? 10 по гигов было. Ему 16 надо. Подожди, а как это работает? Предметы из этой категории не поместятся. Понятно, сука. Понятно, спасибо. Я зря кредиты брал там, да, значит? Зря в магазин. Ну, это то, о чем я и говорил. Планки памяти, сука. DDR, ну, это DDR4, камон. Они все тут DDR4. Они все DDR4. Они по герцовке не подходят или что? 233. Блин, надо было, скорее всего, супримовские брать. Потому что... Сколько у нас там? 2 стоит. 8, 10. Это нам надо сколько их взять? 4, 4, 8. 12. 3 штуки, да, нам надо. Это получается на сколько оперативки? 12 штук. И там 14 получается. Еще одну, да, нам надо. А у нас поместится только... А, ну мы ту уберем. Эти 4 поставим. Да? Да. Сука, 3-5 рабочих дней. Ну, чего тут тебе не хватает? Я уже в кредитах на 485 баксов, ёпта. Не забудьте нанести на центральный процессор. Что нанести, братка? Что нанести? Давай, я вот отсоединю вот это вот. Оп, оп. Что там нужно нанести? Оп, термопаста. Нанес. Размазать можно как-то? ОС может быть запущено. Так, хорошо. Давай, поставил. Кабель вот так херакс.
Сюда, вот они, кабеля как работают. Надо обязательно на кабель нажимать. ЭС может быть запущено. Давай посмотрим, что там не так. Корпус собран не до конца. Подожди, ну как, я... Давай, я соберу тебе корпус до конца. Вот он, пожалуйста. Вот так, херакс. Херакс. А что в прошлый раз-то не понравилось? Что в прошлый раз было не так? ОС может быть запущено. Я то же самое делал. Оставить у двери. Подтвердите оплату через e-mail. Давай. Хоть что, за что-то нам заплатят. Принять оплату. 525 баксов. Сразу из кредитов вылезли. Изи. Команда PC Building Simulator. Комплектующие разблокированы. Корпусный вентилятор. Ох, ёпта, нам еще куча всего. Смотрите, нам на i7 67200K. А у меня 4790K стоит в моем компьютере, на котором я сейчас записываю. Помоги срочно удалить вирус, я тут сидел за мамкиным новым компом и погоду нажал куда-то не туда. Принимаю. Принимаю, пожалуйста. Че, компьютер уже здесь, нет? Давай, когда компьютер там будет? Доставка, оплатить счет. О, конечно, да, давай, я завершаю день. Приступая к работе, за коммунальные услуги надо заплатить. Да пошло оно все. О, видюшка приехала, воздушная система приехала. Ага. Давай, хорошо, там пока мамка не наругала, надо поставить это антивирусик, все дела. Установить флешечку, так, херакс. Питание все запускаем. Смотрим, что там за порнушечку. Он смотрел историю браузера, так сказать. Ну-ка. А установка удаления программ. Пошла-поехала. Что у нас тут надо? Антивирус. Давай. Антивирус поставим. Сейчас посмотрим. Устанавливается. Сейчас еще зависнет нахер, поди. Через BIOS придется. Да, конечно, давай перезагрузим ПК. Ставь лайк, если у тебя компьютер так быстро не перезагружается. Куда мне лайк поставить? Давай только не через BIOS, брат. Давай не через BIOS. Во, антивирус. Начать сканирование. Давай, ну-ка. Ну. ПК надежно защищен. Хорошо. Хорошо, я удалю этот антивирус, потому что тебе... А, блин. Я удалю этот антивирус. Нет, не удалю. Надо было не удалять. Нехорошо. Да пошел он нахер! Сидит еще на порнушем сайте, еще принесет. Еще принесет бабла. Еще, сука, бабла принесет. Хороший Ты порнуху смотришь бесплатно, сука. Плати там на каком-нибудь порнохабе. Так, воздушную систему без проблем, братишка. Заменю тебе, сделаю. Давай, ну-ка, что тут у нас? Приехала же там система охлаждения. Вот она. Вот она, хорошая приехала. Посмотри. Херакс, вставляем. На самом деле мы можем просто подключить HDMI и питание, а USB не подключать. Клавиатура и мышка подключаются. Поэтому, типа, это не особо нужно, потому что нам нужно просто включить, чтобы операционная система заработала. Статус. Не забудьте нанести на центральный процессор. Что нанести? Термопасту нанести? Вот это вот сначала. Херакс, плашечку убираем, удаляем, наносим. Быстренько так. Хоп, я уже мастер в этом деле. Не хватает запчастей. Да, я помню, что не хватает запчастей. Система охлаждения. Вот это вот херакс. Кабелечек. Вот сюда. Вот так отлично. Установить комплектующую. Так, хоп, застеганул. Питаница включил. Давай. Оп. Чуваки, уже просто за минуту ПК чиню. Оставить у двери. Как нехер делать, братан? Как нехер делать? Смотри, бабки стоят. Просто чистый кэш стоит. Добавить 16 гигабайт оперативной памяти. Вот встань, сука, и стой здесь. Ваш счет за электроэнергию. Хорошо, $96 оплатил. Мы получили обратно в размере $96. Напоминаем о необходимости беречь электроэнергию и выключать свет. Пошел нахер. Даже здесь заставляют платить налоги. Уважаемый клиент, Мегакорп понимает, что не всю жизнь идет так, как хотелось бы. Овердрафт с лимитом $1000. Помоги срочно принять оплату. Давай, сука, оплату. 200 кэшем, 207. Мы поднимаем бабки. Лучше. Чё? Недавно проапгрейдили ПК, он теперь плохо работает. Загружается нормально, а на тестах или в играх сразу крашится. ПП старый стоит. Может, ему питания не хватает? Помоги, плиз, Дармиан. Ты не у меня просто, братан, апгрейдил. Я когда видюшку покупал, значит, да?
Я смотрел, сколько он употребляет электроэнергии. Я рассчитал в голове изначально, что у тебя блок питания идеально подходит. Так что тут залупаться на Кирюху Варпача, ну прям просто не стоит, я считаю. Так, ну что, мы принимаем это задание. ПК не включается. Материнскую плату заменить. Все вообще без проблем, братишки. Че, мы там все отдали, забрали, да? Кстати, тут компьютер, если выключаешь, давайте посмотрим. Я не знаю, меньше электроэнергии будет тратиться или больше. Ну, просто чисто, ну, так вот посмотрим. Оплатите аренду $500. Да вы, сука, серьезно? $500? Это Америка, сука. Это отвечаю, это Америка. Два новых письма. А, это два новых заказа придут. А там, смотри, доставочка 4 оперативочек придет, да? Ох, ребята, ну, все хорошее должно со временем кончаться. А вторая часть наша подходит к концу. Ставьте лайк, если вам дико понравилась и зашла эта игра. Я запишу для вас, конечно же, третью часть. Ваши лайки решат, пишите свои замечательные комментарии, ставьте лайкусики, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчики и, конечно же, оставляйте свои прекрасные комментарии. С вами сегодня был Кирюха, чинитель компьютеров Warpatch. Хотите больше знать, подписывайтесь на каналчик, много ничего интересного еще вам расскажу и увидимся с вами совсем-совсем скоро. Всем удачи и всем пока, друзья! Совсем скоро увидимся.